Что ж, друзья, только мелкие вкладчики верят в существование предела роста прибыли. Мы, сотрудники банка Hubert National, никогда не перестанем максимально увеличивать ваш баланс. Не нужно геройствовать. Мы пришли за деньгами банка, а не за вашими. Итак, у нас ограбление с убийством. Жестокое. Будто бы что-то личное. Сколько забрали? 3 миллиона. И все, что было в кассах. Судя по всему, вы были в хороших отношениях с убитым. Стараюсь этого избегать. Александр Хьюберт, младший брат Джеффри Хьюберта, был похищен с целью выкупа в 2011-м. Похищение провалилось. Александр Хьюберт погиб. Очередная попытка завладеть деньгами Хьюберта. Как вы думаете, руководство банка часто посещает филиалы? Я имею в виду тех, кто на самом верху. Наш довольно часто. Агент Пангобери, очередной банк. Уже в пути. 3 миллиона они внесли в благотворительный фонд. Хотят показать, что они хорошие парни. Хотите сказать, что эти парни поступают правильно? Хотят привести меня к еще более крупной рыбе? Депозитные ячейки. В них люди хранят всю грязь. Этим летом. Зачем он оставил себе такие материалы? Чем глубже копаешь? У 7 из 16 членов палаты представителей есть счета в банке Хьюберта. Тем выше поднимешься. Чем отличается вопрос от утверждения? На утверждение не нужно отвечать. Да. Кристофер Мелани. Брюс Уиллис. Дэйв Батиста. Ты спятил. И Эдриан Гренье. Хьюберт все еще на свободе. Всем лечь! Не всем нужно оружие для решения вопросов. Налетчики.